Всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. С наступившим 2022 Новым годом, криптоны! В этом году мы увидим запуск десятков, если не сотен новых NFT-игр. Они бешеными темпами набирают популярность. Одни пытаются создать абсолютно новый игровой мир со свежими механиками, а другие стремятся воссоздать магию игр, которую многие из нас знают с детства. Сегодня мы поговорим именно о втором виде, а главным героем будет Крипто-Снейк. Как и большинство людей на нашей планете, вы, вероятно, играли в Змейк на мобильном телефоне. Простая мобильная игра, которая в разное время была адаптирована под разные устройства. От стареньких Nokia до iPhone 12. Разные разработчики создают что-то новое, но концепт остается неизменной. У вас есть змея, которая должна есть и расти. Змея должна избегать столкновений с препятствиями и собственным телом. Чем длиннее змея, тем сложнее ей управлять. Кстати, игра до сих пор жива. Несколько лет назад Slither.io была одной из самых популярных игр на YouTube и Twitch. Для тех, кто не знает, это многопользовательская змейка, где множество игроков соревнуются на одной карте. Геймплей Крипто-Снейк даже соответствует этой концепции. У вас есть змея, которая в данном случае представляет собой NFT, а в качестве еды выступают Snake-токены. Главное отличие Крипто-Снейк от обычной змейки в том, что во время игры вы можете зарабатывать реальные деньги. Разработчики внедрили систему «Играй и зарабатывай», которая дает игрокам множество новых возможностей. В основе концепции GameFi, игр на базе технологии DeFi, лежит идея о том, что игроки могут сделать игровую валюту ценной, создав на нее спрос. Точно так же, как настоящие криптовалюты. Фактически, в таких играх, как Крипто-Снейк, игровой валютой является криптовалюта. Вы можете ввести ее на биржу Pancake, обменять на другие криптовалюты или ввести на банковскую карту. Когда появляется новая перспективная криптовалюта, инвесторы стремятся купить ее как можно раньше. Это позволяет извлечь выгоду из роста курсов в будущем. Проекты «Играй и зарабатывай» работают точно так же. Чем раньше вы начнете играть, тем больше сможете заработать. Разница между криптовалютой и игровыми токенами заключается в том, что вы вкладываете не деньги, а свое внимание и время, проведенное в игре. Это своего рода майнинг. В последние годы появилось много NFT-игр, но Крипто-Снейк уникальна. Помимо интересной концепции и ностальгии, ключевой особенностью является возможность заработать. Эта игра создана для того, чтобы предоставлять больше заработок, чем любая другая NFT-игра. Причина – диверсифицированная доходность. Вы можете получать доход из разных источников и суммировать его. В игре есть два вида заработка – активный и пассивный. Активный метод представляет собой игру в змейку. Вы кормите свою змейку и зарабатываете токены. Разумеется, уровень заработка зависит исключительно от вашего скилла. Лучшие игроки зарабатывают от 10 до 60 долларов за час игры, а рекорд заработка на арене одной змеи составляет 68,5 долларов за менее чем 1,5 часа игры. Пассивный вид позволяет получать доход со стейкинга от 30% до 115% годовых. На старте стейкинг-ставка составляет 60% годовых, но есть способы ее увеличить. Таким образом, технологии NFT, DeFi и GameFi дополняют друг друга. Чтобы начать играть, разумеется, вам понадобится собственная змейка. В данный момент в игре есть 5 основных. Черная мамба, яйцеед, кассава, питон и анаконда. В отличие от большинства криптоигр, начать играть в Крипто-Снейк можно бесплатно. Змейка выдается игроку после стейкинга определенного количества игровых токенов. Несмотря на то, что игра запустилась относительно недавно, а именно 30 ноября прошлого года, она уже успела набрать популярность и уважение пользователей. С 20 по 24 января игроков ожидает большое соревнование с призовым фондом 18 тысяч BUSD. На данный момент количество игроков составляет порядка 100 тысяч. Поэтому за главный приз 10 тысяч BUSD придется серьезно побороться. Для участия понадобится змея Черная Мамба, а ее игровой баланс должен быть не менее 150 Snake токенов. Участникам нужно собрать как можно больше пикселей во время проведения мероприятия. Разумеется, чтобы хорошо показать себя во время ивента, новым пользователям предварительно нужно познакомиться с игрой и прокачать свой скилл. Поэтому не затягивайте и присоединяйтесь к игре. В телеграм-канале проекта можно найти инструкцию для новичков, а также лучшие стратегии заработка, которые очень пригодятся на первых порах. Пока обычные студии подают в суд за нарушение авторских прав, разработчики игр на блокчейне выкладывают код в открытый доступ. Змейка 2000-х годов – это то, что связывает нас всех через поколения. Поэтому Крипто-Снейк точно так же открыта, как и биткоин. Любой может взять исходники и создать свою собственную игру. Крипто-Снейк – это игра по своей механике, криптовалюта по своей философии.
В то время как традиционная игровая индустрия берет с людей деньги в обмен на возможность играть, крипто Snake позволяет зарабатывать деньги на игре самостоятельно. На этом на сегодня все. Помните, что данное видео является знакомительным. И только вы несете личную ответственность за все свои действия. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Всем пока!